Ну что, всем привет. Будем подводить итоги. Вот на этом видео нужно было оставить комментарий, чтобы получить у меня гризли. Вот. Загружаем комментарий. Побеждает у нас Маверик. С комментарием полезно очень. Спасибо большое. Очень помог. Я напишу тебе в комментарии к этому видео в Ютубе. А ты мне напиши туда свой Дискорд и ник Вольвен Онлайн. Я тебе кину везде дружбу. И встретимся, я тебе отдам твой приз. А если и ты хочешь принять участие в розыгрыше, а что мы будем разыгрывать в этом видео, я скажу в конце ролика. Просто оставь комментарий под этим видео. И итоги мы будем подводить через эту же программу через неделю. Всем удачи! Итак, всем привет! Сегодня будем рассматривать еще один способ заработка. Если тебе в детстве нравилась игра «Дальнобойщики», или ты смотрел сериал «Дальнобойщики» с Владиславом Галкиным по телевизору, этот контент точно для тебя. Итак, фракционная перевозка сердец. Что это такое? Для начала, чтобы им начать заниматься, нужно найти вот такого дядьку в городе, называется он «Зачисление во фракцию». В Бриджвотче он оранжевого цвета, если выбрать другой любой город, например, Мартлок, Марток синий, вот он синего цвета, стоит здесь такой флажочек. Подходишь к нему, нажимаешь боевой режим. А, ну в смысле, сначала там будет зачислиться во фракцию. Зачисляешься во фракцию, после откроется кнопка боевой режим на этом же месте. Появляется третья вкладка у нас, торговые миссии. И здесь ты можешь выбирать, куда ты побежишь. Если ты хочешь бежать на короткую и получать хорошие денежки, то надо выбрать Корлеон. И здесь есть на выбор три контракта. Малый контракт это 3 сердечка, нужно там на лошади можно довести. Вот. Средний контракт на 7 сердец, это уже понадобится какой-нибудь, я не знаю, лось, скорее всего. На лосе, возможно, можно будет довести. А крупный контракт на 15 сердец, который обычно катают все, потребует от тебя люто кабана призрачного, потому что его можно одевать без прокачки, ну, для новичков, так скажем. Ботинки, ну, не охотника, не обязательно, самые максимально прокачанные, которые у вас есть, с грузоподъемностью. Как можно выше тира. Сумка 4-3, ну, или еще получше, у кого какой карман. И пирог со свининой, например. Если не хватает чуть-чуть веса, как у меня 3%, можно заменить пирог со свининой на пирог с гусятиной, например, 5-го тира. Или на пирог с курицей 3-го тира. К слову, пирог с курицей 3-го тира дает 10%. Вот мне хватило бы этого пирога, он стоит копейки. Чтобы добить оставшийся вес, я спокойно взял бы торговую миссию. Какая-нибудь пушка с быстрым бегом, там, рывком, вот кровопуск, острый шест, копье, булава, там много кто какую использует. На шлем обязательно. Шлем солдата, ультимативный сейт почти на 2 секунды. Просто используешь бабл. И ты неуязвимый для всех эффектов контроля и урона. Не хватает догайки, чуть использовал, добежал. Куртка с инвизом. Это куртка убийцы обязательно. Также эликсир невидимости. Ну, на ботинках просто обычную бодрящую пробежку. И можно, в принципе, добежать. На этом лютокабане есть скилл на F, называется «По ту сторону». Выходите в невидимость на 5 секунд, но немножко замедляетесь при этом. Например, вы бежите, до гайки остается чуть-чуть, вы видите красный ник, жмете скилл. И спокойно в инвизе подбегаете до гайки, проходите, зонитесь и все. И дальше побежали по своим делам. Вернемся к торговой миссии. Подходишь к нему, нажимаешь торговую миссию, выбираешь, например, Корлеон, 15 сердец, у тебя должно быть в инвентаре 15 звериных сердец. Звериных это если ты с Бриджвотча везешь. Если ты везешь с Люмхурста, сам сердца называются древесное сердце. Там они в разных городах называются по-разному, так что здесь не перепутайте. 15 сердец в инвентаре, после этого он тебе дает эту миссию. Ты бежишь в локацию Дедвенгули. Это в красной зоне, сейчас покажу где. И потом бежишь еще назад. К этому же интенданту. К вот этому зачислению во фракцию. И он тебе даст 21 сердце Корлеона. Вот. Бежать нужно. Показываю. 10 бриджвотча. Нужно всего 1, 2, 3. И 2 красных локации. Вот здесь, кстати, знак стоит, надо, это конечная точка. Но стоит он вот в этом кругляшке. Слева. Вот. 5 локаций. Если ты берешь, например, торговую миссию, например, в Тетфорд,
тоже 15 сердец, он даст вам 22 сердца лозы. Корлеон дает 21, это 22. Но бежать здесь надо. Найтспик Мэш или Слипотер Бэсин. Это локации очень далеко от Бриджвотча, но по синим и желтым зонам. Ты вот так вот бежишь по синим и желтым, по синим и желтым. И вот здесь вот, вот Найтспик Мэш. Первая локация с восклицательным знаком, а вторая Слипотер Бэсин. Вот здесь вторая локация. Бежать далековато, даже сказал бы очень далеко. Но даю 22 сердца. Сейчас я с вами пробегу, посмотрю, сколько чего дали, посчитаем по таймеру. Все покажу, расскажу, стоит вообще заниматься или нет. Итак, если подводить итог, то сначала закупка сердец 15 штук составила 655 тысяч серебра. Вот. Если бежать до Корлеона, у меня этот путь занял 13 минут 56 секунд. Были две пачки гангеров туда и обратно, я спокойно пробежал, в принципе без проблем, но немножко задержка была. Получилось это 960 тысяч серебра, если продать на рынок, плюс 305 тысяч. За 14 минут 305 тысяч заработанных. Если брать локацию Тетфорд, закупка сердец также составила 655 тысяч. Продал на 1 040 000. А бежал я 29 минут 50 секунд. То бишь за полчаса мы заработали 385 тысяч серебра. Но зато безопасно. Без гангеров, без всяких вообще, без проблем. Ну, за полчаса вот 400 тысяч. Если вас устраивает такой контент, конечно, можете заниматься. Что еще хочу сказать. Есть такой ивент в Albion Online, как атака бандитов. Вот начнется он через 11 минут. Что это значит? Это значит, что на локациях будут ходить блобы вражеских фракций. Если вы занимаетесь короткими перевозками, то бишь до Корлеона, да? Я советую не возить вообще в атаку бандитов, потому что на этой локации, на красной, будет куча других игроков других фракций. Это будет и Люмгурст, и Мартлок, и Корлеон, и все другие. И если вас убьют, вы потеряете все, и сердца, и сет, и вообще все на свете. Поэтому, если видите атаку бандитов, свозите пару раз по безопасным, по желтым зонам. Вот мой вам совет. Атака бандитов кончилась, можете возить также в Корлеон. Вот, в принципе, нормальный, безопасный, быстрый способ для новичков, без проблем. Вот. Разыгрывать в этом видео я буду как раз таки сет вот этого дальнобойщика. Вот все, что на мне есть, будет разыграно. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, просто ставьте комментарий под этим видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.